финальной части трилогии Инуэ «Самурай» исследуется философия и самурайское мировоззрение Косея Инуи. Инуэ рассказывает о большой победе на чемпионате мира 2003 года, анализируя каждый свой поединок и свои ощущения, а завоевание третьего титула чемпиона мира на домашнем татами перед японскими болельщиками. Инуэ рассказывает об одном из самых трудных годов своей жизни, когда ушел из жизни его брат в 2004 году в год Олимпийских игр, а также о том, как он получил ужасную травму, разрыв связок плеча в 2005 году в самом начале финального поединка Кубка Дзигура Кана. Но лишь благодаря самурайскому духу он не только продолжил поединок, но и смог сделать бросок, который принес ему победу. Инуи продолжает свой рассказ, как почти после двухлетнего перерыва из-за травм он возвращается на татами и начинает выступать в категории свыше 100 килограммов, и в 2007 году становится победителем парижского турнира, который стал первым его международным турниром с момента возвращения. Инуи показывает прием харе гоши, который он использовал, когда выигрывал чемпионат мира 2003 года. Он демонстрирует два варианта своего мощнейшего осотогари, броски, которые он использовал на домашних соревнованиях в Японии. Инуи проводит нас через его три различных типа техники ашивазы, приемы ногами. Его основной техникой для результативных атак в партере – это шимивадзе, удушающие приемы. Инуи показывает три разных входа в свой невероятно эффективный коши-джими и раскрывает самый большой секрет в его репертуаре приемов дзюдо. Бросок через спину с колен, который выполняет Инуи, является одним из лучших исполнений среди дзюдоистов-тяжеловесов. Он демонстрирует нам свой мароту суинаги, бросок через спину, а также разновидности этого приема, такие как эри Мароту Суинаги и Эри Сода Суинаги. Вы увидите, как Инуи защищал свой титул чемпиона Японии в абсолютной категории, которую он удерживал в течение двух лет, одерживая победы в финалах с Юсуки Мунета в 2002 году и Кейджи Сузуки в 2003. Все это и еще больше в третьей части Инуи Самурай. Подписывайтесь на Суперстар Дзюдо.